но вы не знаете, с чего начать, как это вместе совместить. И такая лесенка вам будет очень круто. А также здесь очень классно будет отрабатываться тайский тайминг. Это взрыв расслабления. Это взрыв расслабления. Тайцы называют сладкая парочка. Там, где локоть, там уже должно быть и колено. Никаких подставок, ничего лишнего я пока не добавляю. У меня уже есть левая сторона, есть правая. Я потихоньку начинаю совмещать. Боец, ты хочешь стать лучше? Открой для себя секреты тайских боксеров. Выносливость и здоровье, травяные капсулы, пучай план, восстановление и реабилитация, тайские спортивные бальзамы, концепция муай-тай, продуктивность на тренировках и в жизни, электролиты, концепция муай-тай, фармакологические рецепты, поддержки спортсменов, курсы обучения. Все то, что держит под грифом секретно на сайте abcshop.su. Переходи, ссылка в описании. И не забывай подписаться на канал. Здесь много обучалок, а также реалити-шоу «Напролом». Всем привет, друзья! Сегодня с вами Городинчук Александр и Дунец Виталий. Виталик, что ты нам сегодня хочешь показать? Ребят, сегодня мы разберем с вами лесенку, тайскую лесенку. В Таиланд приезжает много людей и, ну, на неделю, на две, на максимум на месяц. У нас нету много времени, там, 2-3 месяцев в год. Поэтому у нас ускоренная программа. Мне нужно за короткий срок научить его максимум. Поэтому самая минималка, что человек может научиться, это лесенка. Смотрите, муай-тай в переводе бой 8 конечностей. Это 2 кулака, 2 локтя, 2 колена и 2 ноги. Первое, с чего мы начинаем, перед зеркалом я ему поставил уже технику, поставил правый, поставил локоть, поставил колено, ногу. Переходим на работу на лапах. Правый прямой. Мы берем только правую пока, только правую сильную сторону. Кулак. Пам! Пауза. Да, сейчас у нас нету цели с одного удара выходить на другой. Просто акцент, главное качество. Прямой. Пам! Пауза. Локоть. Пам! Пауза. Колено. Пам! Пауза. Middle kick. Все, вот 4 основных удара. Человек уже может после таких мини-сборов ударить и кулаком, и локтем, и коленом, и ногой. Уже вполне неплохой такой себе арсенал. Дорогой зритель, поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Тем самым ты поддержишь канал, на котором уникальный и полезный контент на бесплатной основе. Спасибо. Итак, поехали. Прямой. Шу. Локоть. Шу. Колено. Шу. Middle kick. Шу. Вот так. Поработали так, допустим, минуту, минуту-две. Ну, один раунд желательно. Потом переходим на левую. То же самое на левую сторону. Джеб. Пам. Локоть. Пам. Колено. Пам. Middle kick. Пам. Паузу взяли, паузу, подвигались. Снова джеб. Пам. Локоть. Пам. Колено. Пам. Middle kick. Пам. Вот. На правую сторону. Прямой. Пам. Локоть. Пам. Колено. Пам. Middle kick. Пам. Вот так. Вот такая вот работа. Раунд на правую, раунд на левую. И потом можно усложнить все то же, но уже на обе стороны в хаотичном порядке. То есть я пока не добавляю никаких типов, никаких подставок, ничего лишнего я пока не добавляю. Вот у нас есть только прямой, левый, прямой, правый, пам, локоть у нас есть, колено у нас есть, пам, middle kick у нас есть, пам, пауза, пауза, оп, левый middle kick, пам, правый прямой, пам, левый прямой, пам, локоть, пам, колено, пам, локоть, пам, оп, middle kick. Да-да-да, вот это в хаотичном порядке, только с этим арсеналом работаем. Пока больше ничего не добавляем, чтобы его не путать. У него есть, грубо говоря, 4 удара. Прямой, локоть, колено, нога. Все. Ты до этого говорил, что также можно это работать на мешке, правильно? Это будет хорошо все для ребят. То же самое можно на мешке после лап. Или я даю иногда прям вот на мешок. Подходим в начале тренировки или перед лесенкой. Я его даже не заставляю надевать перчатки, потому что когда надеваешь перчатки, ты автоматически начинаешь бить сильнее. На мешке выложился, устал, потом пошел на основную работу на лапах, уже уставший. Поэтому они в бинтах легко начинают. Правый прямой, локоть. Это очень важно, потому что для руки нужна одна дистанция. Для локтя, локти это оружие ближнего боя, уже нужна другая. Он должен понимать, что для локтя ему нужно уже подшагнуть ближе. Для колена бам и middle kick бам. Снова он потихоньку. Прямой, локоть, колено, middle kick. На правую сторону подел, пусть будет такой полураунд, минуту-полторы. На другую размялся и пошел с тренером уже работать, основную работу делать на лапах.
А там мы все это еще и параллельно подчищаем. Я просто хотел, что, друзья, добавить, что если у вас нету тренера, посмотрев такой ролик, вы можете дома самостоятельно на мешке сделать следующим образом. Это Виталик рассказывал, да, что можно сделать раунд на левую сторону. Раунд лево, раунд право. Да, к примеру, там прямой, локоть, так как вот мы делали, колено, middle kick. Потом раунд на правую, допустим, по 2, по 3 минуты в зависимости от вашего уровня. А третий раунд уже произвольную такую работу на левую и на правую ногу. И будет вам счастье. Это база, с которой нужно начать, да, правильно? Довольная работа. У меня уже есть левая сторона, есть правая. И я потихоньку начинаю совмещать. Левый прямой, а справа взял middle kick. Или наоборот, правый прямой, левый middle. Рука, локоть, колено. Снова локоть, снова миду. И учусь дистанции, с одной дистанции на другую ходить. То ближе, то дальше, то потихоньку. Друзья, это очень классная база будет. Всего 4 удара. Я думаю, тяжело запутаться, когда у меня есть только прямой, только локоть, только колено и только миду. Все, пока ни на что лишнее не отвлекаемся. Назовем это минималка. Но если вы ей овладеете, уже будет вот так, уже вы можете вот так вот. Потому что есть много роликов, да, как поставить там один удар, второй, третий, но вы не знаете, с чего начать, как это вместе совместить. И такая лесенка вам будет очень круто. А также здесь очень классно будет отрабатываться тайский тайминг, потому что все через тайминг идет, друзья. Пробуйте. Да, на мешке у вас чувство дистанции, на лапах чувство дистанции появляется. Плюс мне нравится последовательность, что после кулака мы заходим на локоть. Потому что никто не подпустит вас сразу ударить себя с локтя. Нужно сближаться с помощью бокса. Кулак, я вхожу в нужную дистанцию, уже локоть. Я кулак бросил, потом зашел с локтя. И вот здесь это все приучает к вот этой определенной последовательности. Кулак, локоть, а там, где локоть, я уже говорил, это тайцы называют сладкая парочка. Там, где локоть, там уже должно быть и колено. Или наоборот, там, где колено, там уже должен быть и локоть. И все это вы в этой лесенке уже приучаетесь к такой последовательности. Локоть, колено, мидл. Еще раз. Оп, 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 оп. И пауза, выдох. Друзья, бой – это взрыв расслабления. Это взрыв расслабления. Поэтому после серии оп, расслабились, перезарядились. И снова взрыв. Оп. И расслабление, расслабление. Еще раз. Расслабился, да, подышал и расслабил. Еще раз. Еще раз. Еще. Так, раунд, 2 минуты. Мидл. Оп. Прямой. Локоть. И расслабился, и расслабился. Джаб. Боковой. Мидл. Вот так, вот так вот и миксуем. Боковой. Оп. Прямой. Локоть, колено, мидл, прямой, мидл, прямой, колено, локоть, мидл. Подышал, подышал и расслабился. Еще немного. Двойка, двойка. Мидл. Колено. Оп. Локоть. Вот такая, друзья, полезная задача. Я вам скажу больше, что это не только для новичков, а также и для тренеров будет полезно, которые обучают новичков. Друзья, не забывайте, что у Виталика есть Инстаграм, и там очень много интересных, полезных обучалок. Ну а также, Виталик, я слышал, ты спорттур организовываешь в Сочи. Да-да-да, с 1 по 11 октября сборы в Сочи. Кто не знает, не имеет понятия, что такое сборы, можете зайти на мой Инстаграм и посмотреть. Я там все выкладывал, наши сборы, наши тренировки. И уже человек, который ко мне едет, он понимает, что его ждет. Ребят, на самом деле Виталик это делает регулярно, потому переходите, смотрите, если не в этом году, то в следующем. А также не забывайте, если вам интересны курсы обучения, тайские травки для спортсменов, спортивные бальзамы, электролиты, ссылки в описании. Лайкайте, комментируйте и подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч!